Мы сегодня в прекрасном городе Навель. Это город Швейцарии. И вот плывет экскурсионный кораблик. Люди загорают. Есть яхты, катера. Там дальше еще все в цветах. Вот это такая набережная. Лавочка есть, можно пойти посмотреть. Очень тут красиво, пахнет морем, вода красивая, бирюзовая, чистая-чистая вода. Где камушки? Ой, да, похоже, камни.